Друзья, всем привет! С вами я, Дима, и канал «Владелец аквариума». И, как видите по видео, кто наблюдает, это нижний этаж моей тумбы. И тут все, что связано с разведением креветки омана. Вот. На даты можете, в принципе, не смотреть, которые написаны на аквариуме. Хотя, ну, личинок я забросил, да, 27-го был большой выход у них. Соль сейчас тут 30. Не 35, не 32, а 30. Как вы видите, вот, не знаю, сейчас передает камера или нет, как-то тут со светом не так. Тетрасейлмис уже немножко начал вот собираться в кучки, местами оседает, потому что дверцу открыл, он видит еще свет с комнаты и начинает оседать. А так вот он тут весь вот таким облаком собирается. Прожектор вот, ну вы видели, я вам показывал, какой прожектор тут 10-ваттный. Вот. Все личинки на месте, погибших я не видел. Вот, ну и что самое интересное, кто смотрит видео, у меня было одну креветку я перевел на пресняк, и две еще было из самой-самой первой партии. Так вот, тех двоих я тут не могу найти. Вот, может быть, нужно лучше поискать. Я уже пытался, тут собирал всех на свет фонарика. Вот, ну, свой фонарик, вот я им тут подсвечиваю и собираю на свет всех. Ну, тут собрал этот тетрасейлмис и личинку, и не увидел я что-то похожее на креветку. Не знаю. Может, они затянулись в развитие, может, они погибли. В общем, будем смотреть. Есть видео недельной давности приблизительно, я также фонариком на свет собирал личинок, я сюда в видео вставлю, и вы посмотрите, сколько их, я их тут собирал вот в этом углу. Вот, ну пока все идет нормально, аэрация пузыряет, свет светит, с соленостью все в порядке, и гибели личинок не наблюдаю. Вот, был у меня еще тут 5-литровый аквариум из бронированного стекла, вы его помните. Я его приостановил, все личинки, которые были, пересадил сюда, вот, потому что тут реально начали почему-то они снова гибнуть. Не знаю почему, но вот этот 7-литровый реально удачный аквариум. Все параметры, все одинаковое, но здесь началась гибель, здесь все отлично. Почему, не знаю. Может быть, что-то не досмотрел. Вот. И еще вот у меня тут есть, что касательно разводни, есть баночка с тетрасейлмисом, вот отдельно. Тут в осмотической воде я его подкармливаю удобрениями и, ну, так сказать, НЗ. Вдруг мне нужно будет или кому-нибудь нужно будет срочно выслать из наших ребят-любителей. Вот у меня он есть. Ну, вот, кстати, ребята, по тетрасейлмису обменный фонд у нас, я надеюсь, уже есть и будет. Есть у человека в Харькове, я отправлял, и у человека в городе Кривой Рог. Вот, так что, если будут какие-то вопросы касательно у кого-то вдруг, ну, нужно будет, обращайтесь ко мне, я сконтактирую с ребятами, которым я высылал, и если у них там все в порядке, по вашим городам они с вами поделятся. Ну, по Запорожью, соответственно, это я.
Вот. Напомню, этот Tetrasselmys мне передали бесплатно, и поэтому, ребята, я его не продаю. Вот. Ну, у меня просто совести не хватит получить от человека бесплатно что-то и потом еще на этом поднимать деньги. Нет. Я его вышлю бесплатно, кому нужно будет. Ну, или же в обмен на какую-то живность. Это уже по вашему желанию. Поэтому тут... Когда я свой Tetrasselmys разведу, там на каком-то специализированном корме и так далее, это будет там какая-то культура чистая, возможно, я буду продавать. Но это, скажем так, из грани фантастики скорее. Вот. Мне более интересны креветки. Ну, просто Tetrasselmys это неотъемлемая часть. Вот. Ну, тут у нас родильный дом. Это еще один 10-литровый аквариум. Тут у меня парочку оманок с икрой. Тут же у меня неокординки, которых я отсеял с 200-ки, чтобы они с блюдримами не скрестились. И уже мальки от этих неокординок. И, кстати, вот смотрите, малек простой неокордины. Оп, видите? А он синий. И таких я видел двое. Что эти неокордины раньше жили... Ну, в смешанном аквариуме они были и с желтыми, и с зелеными, с какими угодно. И рили там были. А, как известно, проброс может быть разный. Вот, пожалуйста, синяя. Возможно, я их отсажу. Вот в этом аквариуме со светом совсем не очень. Ну уж простите. В этом аквариуме тут простые неокординки красные. Пытаюсь из них селекционировать красный насыщенный цвет. Тут же должна быть пресноводная, уже пресноводная оманка опресненная, одна. Но среди них я не могу теперь понять, who is who и где она есть, и есть ли она тут. Ну, остается только ждать и надеяться, что она жива. Но когда подрастет, мы сразу же это увидим. Сразу же. Вчера вот им кинул тут свежий листик, вернее, 2 дня назад, вчера кинул вот в этот аквариум. Вот. Ну, в общем, по нижней полке тут как бы так. А, вот что я сейчас сделал. Делать было нечего. У меня вот такая вот от микроскопа, от набора была штука с увеличительными стеклами. Я 10.01 налил сюда воду, взял 4 вида мха. Ой, как мерцают лампы. Сейчас я вам про эти лампы еще расскажу. И поместил вот сюда, под увеличительные стекла. Значит, что у нас тут? У нас тут феникс, ручейковый мох, потом вот крайняя мох, я даже не знаю, что это, может, яванский какой-то. Это, кстати, тот, который у меня в 200-ке, там, в мелколистных буцефаландрах завелся, приехал. По-моему, вот это вот мох бабл. Самый крайний. В общем, залил сюда воду, закрыл, и оно стоит на свету. Я посмотрю через месяц, может, через 2, как оно разрастется. Пусть растет там. В общем, такой мини-эксперимент. Вот. По свету. Если вы обратили внимание, то в правой стороне тумбочки появился свет. Светильника уже тут нет. Вот такие вот 2 светильничка я поставил. Они там, по-моему, по 5 ватт. Холодный белый свет. Их хватает вполне. Вот тут все освещается, все нормально. LED растет, все растет. Вот. Теперь так. Думаю, может быть, и сюда один добавлю, если тут будет какой-то аквариум. Но у меня в планах, ребята, все-таки стойка из минимум из 3 аквариумов. Аквариумов с 3 видами неокордин. Но об этом чуть попозже. На сегодня по разведению оманки, ну, как бы все. Я показал тут, что у меня происходит, рассказал про остальные аквариумы. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их. Кому было интересно, ставьте палец вверх. Давайте ваши советы, давайте обратную связь. Мне всегда интересно читать ваши комментарии, общаться с вами. И всем спасибо за внимание и всего хорошего. Пока-пока.